Здравствуйте, это канал PS12 Review. Сегодня я хочу пройти соревнование «Быстрее как ветер» в Gran Turismo 5. Для этого я выбрал машину Bugatti Veyron, которая имеет максимальное среди всех моих автомобилей лошадиные силы 937. Вручную настроил коробку передач, не автоматом настройка, а именно вручную уменьшил время приключения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 передачи, а 7 увеличил, чтобы максимальная скорость была быстрее, а все остальные передачи были как можно короче. Так, ну что ж. Дело в том, что здесь очень серьезные соперники, включая Suzuki Escudo. Что ж, я попробую пройти Like the Wind соревнования. Здесь 5 кругов, трасса Дайтона. Две секунды отставания на первом круге, что не так уж и плохо. Опять я теряю позицию. Но это не удивительно, управляемость моего автомобиля значительно хуже, чем управляемость этих болидов. Секунда впереди на втором кругу. Thank you.
Так, я на предпоследнем круге. Если я не сделаю ошибки, что вероятно возможно, то я приеду первым. Выехал на финишную прямую, 2 секунды впереди, и это чудо, если я одержу победу. Оказалось, чтобы этой мощной машиной победить, нужно просто все настраивать полностью вручную. И все тогда получится. Не знаю, сможет ли она одержать победу на следующей трассе, последней соревнования, быстрый как ветер, но все может быть. Итак, хочу продолжить гонку Like Wind. Для этого у меня не было машины для победы на трассе Speedway, но теперь, пройдя несколько гонок спустя, а также с при помощи Bespec режима, мне дали 4 автомобиля. Первый Кликс Концепт Hyundai. Вы действительно, да. Hyundai Концепт. Нет, не выбираю. Mazda 323F. Третий автомобиль Alpina A110. И четвертый, самый интересный автомобиль, это Mazda Furay Concept 2008 года. Все автомобили, которые мне дали, стандартные. Начну сначала Hyundai Kicks. Вот он такой красивый, 216 лошадей при 6000 оборотов в минуту. 4x4 привод. Это у нас 125 лошадей и 5-7500 оборотов в минуту. Ну, такая вот Mazda. Так, третий автомобиль Alfine, как он там называется. Такой же у меня был на Gran Turismo 4. А, вот он, такой красивый, 100 лошадей, 6500 оборотов в минуту. Я даже помню, на нем что-то проходил. Ну и вот Mazda Furay Concept, 362 лошадиных силы и 9000 оборотов в минуту. Такой неземной концепт. Кстати, автомобиль реально существующий. Показал максимальную скорость 431 км в час на тестах. Участвовал в Le Mans 24, а также тестировался на разных треках, включая и трек Mazda Speed. Примечательностью и особенностью этого автомобиля является то, что он концепт. И очень редко, когда концепт существующий является действующим. Но, к сожалению, в 2013 вроде году при фотосессии, которую проводил Top Gear, она воспламенилась и сгорела. Вот так вот. На данный момент она стоит в боксах Mazda, и ее судьба неизвестна. Но в игре на ней еще можно поездить. Итак, для начала заменю масло. Замена масла. Thank you.
Ну что же, могу сказать не то, чтобы удалось ее скупить так очень сильно уж. Но, к сожалению, попробую принять участие в заезде Like a Wind. Возможно, и победю. Первый. Это было случайно. Слава Богу. Итого, на этот раз мне понадобилось около где-то 16-17 раз, чтобы ее пройти. Принцип здесь победы таков, что нужно все время держаться за противником, чтобы попасть в струю ветра, чтобы в итоге перед финишем его обогнать. И это нереально сложно на самом деле. И так далее. Минул ту Toyota 88C V-Race Car 89 года. Это очень хороший автомобиль. Очень быстрый.
Garage. Это стандартный автомобиль. 655 лошадиных сил при 8000 оборотов в минуту. А вес составляет всего 850 килограмм. Немного тяжелее, чем Mazda Furay. Furay, или как там она называется. Но это не важно. Ну вот такого плана вот Minolta. Автомобиль шикарен. Так что вот таким образом был пройден чемпионат Like the Wind. Первая трасса была пройдена с помощью Bugatti Veyron, вторая трасса с помощью Mazda Furay или Furay, неважно как, но одним словом, иначе я не знаю, как проходить эти трассы или покупка вот такого автомобиля. Но обычно такие автомобили стоят от 4 миллионов до 2,5 миллионов кредитов, поэтому, конечно, лучше победить вот так. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, до новых встреч!